Каждое утро в нашем заведении начинается одинаково. Превратить США в радиоактивный пепел. Это уже обычай, традиция. Бровь поднимет, и Украина поймет все. Я бы сказал, ритуал. В горячей войне мы Украину победим за 2 дня. Боже мой, кто это? Именно с его появления и началась вся эта заваруха. Она началась в обычное, ничем не примечательное утро. Это вас? Меня? Женский голос. Нет, это детский, это Вовка, это... Извините, алло, это алло, Вова, что случилось? Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силы. Почему вы все время врете? В наши планы не входит оккупация украинских территорий. Если он так будет продолжать, то он здесь долго не удержится. Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. Еще одно слово. И я запущу в вас графину. Если мы дадим заднюю, заднюю никто не даст больше, кроме нас. Ты помнишь, какая она была? Когда-то ее выдвинули на общественную работу, и с тех пор никак не могут задвинуть обратно. Мы мра! Америка — это государство, у которого нет денег. Пожалуйста, продолжайте. Меня беспокоит душевное состояние одной нашей сотрудницы. Я соображаю, о ком вы говорите. Вообще, тревожно. И хорошего мало. Моей душе покоя нет. Этого контрнаступления, о котором все время говорят, все уже боятся. Весь день я жду кого-то. Залужный, командующий, украинский. Без сна встречаю я рассвет. Ну что, Белгород, спишь? И все из-за кого-то. РДК вперед! Так кто бы это мог сделать? Как вы полагаете? Это были местные силы самообороны. Умереть не встать? Я тоже так думаю. Бегу! Герасимов! Где боеприпасы? Вы ждите. Это происходит от того, что те или иные товары не запланированы такими ротозеями, как вы. Потерь в вооруженных силах России нет. Я вам не верю. Ну, не верю. Что ты куришь? Ну, Мальборо. Хватит курить, где попало. Курите там, где еще не попало. Понимаете, можно, конечно, и зайца научить курить. В принципе, ничего нет невозможно. Сейчас Россию охватили масштабные пожары. Они бушуют в Красноярском крае, в Кемеровской, Омской и Иркутской областях. И в результате этого сгорают целые населенные пункты. Но техники для ликвидации огня, по сути, сейчас нет, потому что все пошло на войну против Украины. У природы нет плохой погоды. Каждая погода благодать. Алло. Да, Вова? Давайте. Пожалуйста, Вова. Ну что такое, а? Резиновая попа. Что такое? Что-нибудь случилось? Да. Что? Парламентская ассамблея НАТО вызнала. Ну, я так и знал, что все это плохо кончится. Официально Россия страна-террорист. Ой, как я рада. Давайте за что-нибудь выпьем. За что? Перший тост за Кримський мост. Тост номер 2 за крейсер Москва. Третю повну за бавовну. Всі, кому налили, п'ють за збройні сили. Прекрасний тост. Вам подобається? После полномасштабного воєнного вторження в Україну розпад Росії неизбежен. Такі речі сразу не делаются. Ребята, немножко терпіння, і все буде... Путін помер. Как умер? Умер? Почему умер? Зачем умер? Я ще не виясняла. Здайте, пожалуйста, деньги на вінок.